вот они медали, друзья. Вот они медали, это значит, что должны включить национальный гимн Российской Федерации. Итак, друзья, на первой ступеньке пьедестала на лучшем своем чемпионате Европы наша шестая золотая медаль — сборная России. Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов. Старых и Логинов становятся трехкратными чемпионами Европы. Логинов семикратным. Слепцова впервые. Волков семикратным, прошу прощения. Ну, не грех оговориться, друзья, когда титулы считаешь у достойных людей. Не грех совершенно. Молодцы, ребята, мы вас поздравляем. Слепцова, Старых, Волков, Логинов. Второе место — Норвегия. Молодцы, они довольны очень своим серебром. И довольны болельщики. Сегодня сборная команда Норвегии в первой гонке дня была тоже второй. Андре Вольт и Кристиансен, бронзовые призеры прошлого турнира, сумели стать вторыми. Ну а сегодня Эрдаль, Хубер, Бьонтегард, Гелсбак. Сборная команды Украины. Третье место — Меркушина, Джима, Жирный и Ткаленко. Жирный уже был на пьедестале почета в эстафете в составе сборной России, но вот сейчас на новой своей спортивной родине преуспел. Меркушину и Джима мы увидим на чемпионате мира, но, конечно, сейчас все-таки по самолюбию Юли такой солидный удар. С основным составом украинской команды, очень сильным основным составом женской ее части, соперничали Слепцова и Старых, и соперничали здорово. Лыж не роняем. И молодцы, молодцы, это и в адрес российской команды, и в адрес украинской, конечно же. Подарки от спонсоров. Вот такой прекрасный пьедестал почета. Особенно, друзья, его верхняя ступенька. Включили гимн. Ребят, ну до конца постойте, насладитесь моментом. Не обращайте внимания на то, что происходит рядом.